В эфире. Сейчас как разгоним тут энергию. Я, кстати, приготовила хну, приготовила ручку, так что мы с вами обязательно должны сегодня порисовать. Очень давно я в школе Мехенди в прямом эфире не рисовала. Сегодня у нас с вами прекрасная тема. У нас открылись продажи нашего клуба. Сегодня я расскажу вам, что туда входит, что вообще это за клуб. Отвечу на все ваши вопросы. Расскажу, как стать мастером Мехенди, то есть как начать рисовать Мехенди, если вы новичок, ничего не знаете. Расскажу вам поэтапно, что нужно изучать и куда идти. И в конце мы с вами чуть-чуть порисуем. Просто чуть-чуть. Вот. Так что, если вы захотите порисовать, если вы новичок, можете приготовить какой-нибудь листочек, ручку. Вот. Тоже можете попробовать вместе с нами порисовать. Ну, я чуть-чуть, наверное, еще подожду. Кто у нас здесь? Расскажите, пожалуйста, кто к нам подключился, кто есть в клубе, состоит, можете поделиться своими впечатлениями, будет здорово. Расскажите, как вам вообще клуб, что там внутри происходит. И кто пришел, новички, тоже поделитесь обязательно. Итак, я думаю, что мы можем начинать, да? У меня почему-то вот так вот вообще висит. Висит. Там люди пишут что? Нет, присоединяются только. Я не знаю, я у всех пишу. Спроси, меня как видите? Связь просто. Скажите мне, как связь? Кто-нибудь, скажите мне, как связь. А попробуйте зайти в Инстаграм. Ну, приложение закрой, да? Скажите мне, вы меня видите, вы меня слышите, я у вас шевелюсь или нет? Поставьте плюсик или что-нибудь такое, потому что у нас что-то все висит. Все, вот теперь все. Все хорошо? А, как хорошо. Сразу такое тепло внутри пошло. Ладно, все, я не буду задерживать вас сегодня. К тому же мы собрались с вами много сегодня проходить. Предлагаю вам отключить комментарии, то есть нажать еще раз на экран, чтобы у вас комментарии ушли вниз, и чтобы вы видели, что у нас на слайдах. Вот. Я вам сегодня буду рассказывать про наш клуб прекрасный. Что такое клуб вообще? Мы сделали за 6 лет работы, уже 6 лет, представляете? Около, я не знаю, 7 курсов, просто десятки марафонов. У нас накопилось очень много контента. И мы подумали о том, что нужно бы это все объединить. И очень сложно, когда приходит человек, говорит, я хочу туда, туда, туда. Или можно мне сюда, а куда, что выбрать. И вот, ну, в общем, тяжело. И нашим ученикам было тяжело выбрать, и нам было тяжело объяснить, что, как и куда. Поэтому мы все это объединили. Объединили, и получился клуб, где есть все. Вот. Это сообщество мастеров с поддержкой. Поддержка в качестве меня, я провожу эфиры. В качестве кураторов у нас их 3, и каждый следит за своим курсом. В качестве сообщества, где каждый поддерживает друг друга. Вот. Там есть все наши курсы, наши марафоны. Я тоже про это расскажу. Мы приглашаем раз в месяц спикеров. В этом месяце, например, у нас была Наташа Раян, это наша ученица. Она мастер точечной росписи, и она рассказывала, как она расписывает новогодние шары. То есть показывала саму технику точечной росписи, было интересно. Индивидуальная поддержка кураторов и сертификаты каждому курсу, если вы прошли и сдали все практические работы, итоговую работу. И... постоянный движ и активность. Что такое постоянный движ и активность? Каждую неделю у нас проходят эфиры. У нас есть отдельный закрытый Инстаграм, где я провожу или арт-завтрак, или мастер-класс. И вот на этой неделе у нас будут итоговые работы. Вот.
То есть очень много на самом деле информации, много, да, мы держим в таком темпе. То есть если вы хотите заниматься в своем темпе, по кайфу, расслабляясь, это возможно, все остается в записи. То есть вы просто выбираете то, что вам интересно, и рисуете. Если вы понимаете, что вам для того, чтобы вы чему-то научились, нужен темп, нужна дисциплина, то вот, пожалуйста. Потому что я для себя поняла, что мне намного комфортнее обучаться, если я создаю в каком-то сообществе, где люди что-то делают, и мне это дополнительно подстёгивает, чтобы я тоже что-то делала. Вот. Какие курсы у нас входят в клуб? Это основы Мехенди. Мы с вами обязательно, я потом переверну камеру, и я расскажу, покажу внутри, как это все выглядит. Основы Мехенди — это совсем-совсем для новичков, то есть там история Мехенди, как, что такое хна, как мешать хну очень подробно. Это то, с чего нужно начинать. То есть, если вы хотите начать изучать Мехенди, начать рисовать, вам нужно сначала разобраться в материалах. И здесь у нас много информации про материалы. Ну, прям действительно много. И про джагуа гель, про белую краску, и просто про хну. И мы разбираем аллергичный, неаллергичный, а как на шрамах он будет. То есть, все примеры, какие только могут быть, у нас есть, и мы это все разбираем. И, конечно, если у вас там какой-то уникальный случай там, с клиентом или еще что-то, вы можете написать в чат, и, скорее всего, мы найдем какой-то ответ. Вот. Даже если в курсе мы что-то не учли, хотя навряд ли, потому что информация за 5 лет постоянно дополнялась и менялась. Материалы, как ухаживать за росписью, как поставить руку, как сделать конусы. Это все в основах Мехенди. Потом уже базовые элементы. Здесь мы оттачиваем мастерство, оттачиваем каждый базовый элемент, чтобы было все аккуратно, красиво. И именно после этого курса девочки за месяц делают результат, который топовые мастера, чтобы к нему прийти, практиковались несколько лет. У нас реально есть случай, когда мы приезжаем на конференцию, и к нам подходит Наташа Протина Гаспина, это один из топовых мастеров России, и она подходит и говорит, как у вас просто девчонки добиваются такого результата, когда мне надо было 3 года рисовать, а они за пару месяцев. Безобразие. Вот такое безобразие мы устраиваем. Скетчинг — это не курс, это больше марафон, запись марафона, где мы изучаем композицию. 7 чакр. Просто шикарный курс. Кто вот, развивается в духовности, в йоге, знает, что такое чакры, это вам очень понравится этот курс. Мы настраиваемся на каждую чакру, рисуем ее, кайфуем, проживаем. И этот курс больше создан для того, чтобы научиться кайфовать в процессе. Вот. Курс «Ботаника» — это уже такой более сложный курс. Один, наверное, из самых сложных. Вот у нас 2 самых сложных курса — это «Ботаника» и «Про». Они масштабные, они сложные, и там нужно прям, наверное, иногда заставлять себя что-то делать. «Ботаника» — это, понятное дело, цветы, растушевка, строение цветов, значение цветов. «Прокурс» — это композиция, когда нужно самостоятельно придумывать дизайны. «Африка», «Арабский стиль» и «Animals». Думаю, понятно, что мы здесь уходим конкретно в какую-то определенную нишу. Да? «Африка» — это африканский стиль, мы изучаем особенности этого стиля. «Арабский стиль» — мы изучаем особенности арабского стиля. Эти курсы рассчитаны на 2 недели, и там мы изучаем именно вот конструкции, разные виды, и учим, как делать свои дизайны на основе этих конструкций. И Animals мы там учим стилизации животных, реалистичным животным, построению, пропорции. Это все там есть, даже если вы никогда не рисовали, у вас все равно все получится, потому что все курсы построены от простого к сложному. Вот, так что не переживайте, если вдруг что-то пойдет не так, да, вы все равно сможете все сделать, как хотите. У нас есть отдельная еще вкладка «Марафоны» в клубе. Там есть у нас «Приключения в стране Мехенди». Эти марафоны, знаете, если вы устали от больших и сложных курсов, если вам нужен какой-то новый глоток вдохновения, пинок или какой-то вот это заряд,
да, то вы можете открывать вкладку «Марафон» и там проходить приключения в стране Мехенди. Мы написали там сказку, вы можете проходить эту сказку в формате игры, выполнять какие-то маленькие задания. Это отлично подходит для новичков и дает такой интересный заряд вдохновения. Марафон «Подготовка к лету» — это марафон, где мы рисовали самые популярные дизайны Мехенди. Там есть и пионы, и купольные орнаменты, и есть пятиминутки, которые отлично подходят для ярмарок, например, для участия в ярмарках. Новогодние МК. У нас сейчас есть адвент-календарь специально для участников клуба. Мы вот за 5 лет провели множество мастер-классов и остались записи эфиров. И мы, по сути, сейчас вот дали такую возможность девочкам прикоснуться к ним. То есть я собрала около 10 мастер-классов на новогоднюю тематику с росписью свечек, роспись шкатулок, какие-то новогодние мандалы мы там рисовали акрилом. И каждый день открывается какой-то новый мастер-класс. То есть такой адвент-календарь в клубе. Цветочный дзен и цветочный марафон. Понятное дело, что мы там проходили цветы. Тоже интересны такие вдохновляющие марафоны, где мы более подробно все изучаем. Там какой-то один определенный цветок, и вот мы его по-разному крутим, рисуем разными материалами. И еженедельные эфиры. То есть, как я говорила, у нас каждую неделю проходят эфиры. У нас есть арт-завтрак утром. Я провожу вот в закрытом инстаграме нашем. Мастер-класс я провожу на какую-то определенную тему. Допустим, вот последний раз я проводила мастер-класс на тему открыток. Если вы следили за сторис, то могли увидеть. Разбор итоговых работ. Вот он у нас будет как раз на этой неделе. И все эти эфиры, кстати, мастер-классы от приглашенных экспертов, они все остаются в записи. То есть даже если вы в этом месяце вступаете в клуб, вам будут доступны и новые, и те, которые уже прошли. Вы сможете посмотреть запись. МК от приглашенных экспертов. Сейчас мы ведем переговоры с другими мастерами, думаем, кого куда поставить. Вот. Эти записи тоже у нас будут сохраняться. Ой, что-то я так разговорилась, и у меня уже дыхание немножко свело. Так, и материал. Я говорила, что для новичка, вот слушайте внимательно, если вы хотите начать рисовать Мехенди, первое, что нужно сделать, это раздобыть материал. С этим проблемы, серьезно. Вот буду с вами честна. Реально есть с этим проблемы. Почему? Потому что в магазинах вот так... Вы не найдете нужный материал, его нет, его просто не продают. Та химоза, которую продают, ее вообще не рекомендую использовать, не рекомендую покупать ни на индийских ярмарках, нигде. Где брать материал для Мехенди? Только у мастеров. У нас есть список, который доступен в клубе, проверенных поставщиков, у которых есть хорошие материалы, у которых вы можете заказать материалы со скидкой. Но... каждый участник клуба, который сейчас вступает в клуб, получает у нас в подарок бокс. Там есть премиум хна, есть эфирное масло и прочие мелочи, которые нужны для того, чтобы помешать хну. То есть там пипетка для удобства добавления масла, там есть капроновый носок для процеживания, там морковный пакет, чтобы удобно было переливать. В общем, мелкие такие вещи, которые очень... И пластырь есть для закрепления. То есть вы в одном боксе получаете то, что вам нужно. Все остальное вы можете найти у себя дома. Там тарелочка, ложечка, вода и все остальное. Вот. И в этом месяце, так как у нас Новый год. Новый год. Я вообще только сейчас узнала об этом. Буквально пару часов назад Спартак уже делал рассылку. А я такая, у нас что, все будут получать? Он такой, ну да, Новый год же. И я такая, ну ладно. В общем, у нас сейчас готовится мерч, который мы будем отправлять как раз тем, кто у нас уже вступил в клуб, кто уже там есть, по максимальному тарифу, и мы его должны были отправлять только максимальному тарифу. Но сейчас, так как в преддверии Нового года, первые 30 человек в этом месяце, кто вступит в клуб, мы будем отправлять вам мерч. Это и есть тот самый второй бокс, про который я говорила в эфире. Stories. То есть первый бокс вам отправляет наш партнер Анна из Киева.
У нее свой магазин для мастеров Мехенди. Она вам собирает хорошие качественные материалы. А мы, в свою очередь, будем уже отправлять отдельно вам второй бокс с всякими приятными штучками. Туда будет входить наш фирменный блокнот для эскизов. Туда будут входить наши новогодние наклейки, которые я очень надеюсь, что мы успеем их сделать, но мы должны успеть. Вот в ближайшие дни уже все должно быть готово. И сейчас еще мы думаем о добавлении еще кое-чего интересного от Марии Гинкас. Возможно, это тоже там будет, но пока не буду говорить, что. В общем, очень приятная небольшая штучка для мастеров Мехенди. И максимальный тариф, то есть если вы берете тариф на год в клуб, то вам будет доступен еще и Джаго гель. То есть в бокс с материалами мы кладем Джаго гель. И еще один плюс, который я не сказала. Сейчас в боксы в преддверии Нового года с материалами мы будем класть маленький тюбик белой краски для росписи тела, который держится где-то 5 дней. Вот. То есть куча подарков, куча подарков. Те, кто сейчас будет вступать в клуб, получают то, что не должно было входить в мерч, и получают еще дополнительный материал для росписи. Вот, я думаю, это просто шикарно. Мы раньше, вот та цена, которая есть сейчас на клуб, мы не дарили материалы. А сейчас цена, то есть у нас один курс стоил столько, да, там, сколько сейчас клуб стоит. А сейчас мы еще и цену ниже поставили, там входит, например, 4 курса, потом еще эфиры, еще и материалы входят, еще и мерч мы будем дарить. То есть очень много подарков, которые сейчас вы будете получать. Вот, это вообще здорово. Новый год! Новый год. Так. И важный момент тоже, который я хочу сказать. У нас изменился доступ. То есть, если раньше, когда вы покупали курс, у нас были стоп-уроки, это было наше жесткое правило, у нас были даже некоторые ссоры с учениками, мы, к сожалению, с ними расставались, потому что таковы были правила наших курсов обучения, были стоп-уроки. То есть вы не получали доступ сразу ко всему, вы получали доступ к первым урокам, их сдавали, после того, как вы сдаете, получаете доступ к следующему. И так весь курс. Сейчас, так как это клуб, так как мы даем вам сразу возможность заниматься везде и говорим то, что вы можете выбрать любой урок, который вы хотите, и заниматься тем, что вам больше нравится. То есть, захотелось вам порисовать лису, вы берете, открываете урок и рисуете лису. Захотелось вам порисовать мандалу, берете, открываете мандалу. Поэтому все уроки доступны сразу. То есть вы можете выбрать путеводитель, у нас есть путеводитель, можете выбрать определенный путь новичка, любителя или продвинутого. Я сейчас еще подумала о том, что я, наверное, сделаю отдельные путеводители по конкретным тематикам, то есть там по материалам, потому что некоторые материалы, там уроки у нас разбросаны по разным курсам. Вот, вы можете идти как бы последовательно, либо такие, а я хочу здесь порисовать, захотела там порисовать, захотела это порисовать. В общем, вы можете быть абсолютно свободны в своем выборе. Я думаю, что это очень важно для творческого человека. Вот. Ну и всегда, когда, если вы вдруг запутались и не знаете, что вам нужно, вы можете поговорить с куратором, можете поговорить со мной. И я вам подскажу, куда идти, куда направить свое внимание, с какого курса или урока начать. Вот. Но, в принципе, путеводителя вполне должно быть достаточно. Вот, я думаю, это тоже очень здорово. О, я вижу ваши сердечки, спасибо вам большое. Вот, как вам такое изменение в доступе? Вот, и еще, что самое важное, что дает нам клуб, это сообщество. То есть это сообщество, которое поддерживает. Недавно я поднимала такую важную тему в сторис, которая зашла все-таки, но с опозданием и тяжеловато, потому что действительно тема сложная, тема эмоций, когда мы уходим в негатив, и многие творческие люди скатываются в негатив из-за того, что рядом находятся критики. Критики, которые говорят, что ты занимаешься ничем, которые говорят, то, что ты
там у тебя руки и жопа растут, ты вообще фигнёй занимаешься, иди на нормальную работу, на завод и так далее. И вот у нас есть чат школы, и там у ученицы произошел не очень приятный случай, там ее близкие люди сказали как раз ей прям то, что вообще там от тебя и муж уйдет. И столько позитива пошло потом от девочек, столько поддержки пошло. Это действительно, вот когда ты начинаешь что-то новое, очень важно, чтобы было сообщество, которое тебя поддерживает. И если в вашем близком окружении вы не находите такую поддержку, блин, у меня что-то даже слезы пошли, потому что мне повезло. Мне действительно повезло. У меня всегда родители во всех моих начинаниях, кроме актерского мастерства, поддерживали. Но в плане творчества это всегда меня даже как-то мама сподвигала, то что иди, иди, рисуй. Там я когда хотела в художку, они меня привели в художку. И всегда там, ой, Ира там нарисовала вот это, ой, Ира там сделала то-то, то-то. И мне эта поддержка всегда была, за что я искренне благодарна. Но каждый раз, когда мы запускали курс, к нам приходили ученицы, которые говорили просто со слезами, мы с ними переписывались о том, что у них там муж против, чтобы они рисовали, или там родители против, или еще кто-то против, и нет никакой поддержки, и у них уже нет никакого желания рисовать, хотя они всегда мечтали, то есть с детства вот это вот лежит желание. Но из-за того, что нас в детстве постоянно упрекали, постоянно говорили, что вот у тебя нет таланта. То есть, да, вот эти критики, которые вообще не реализовали себя и просто завидуют. И я поняла тогда, насколько важна вот эта поддержка, потому что почти с каждой такой ученицей я проводила какую-то коуч-сессию, да, в переписках. Очень часто было такое, что мы общались, и я поддерживала, потому что я видела, что человеку реально нужно творчество, потому что если его не будет, он просто скатится в негатив, и навряд ли оттуда выйдет. Вот. Поэтому это та самая поддержка, которая нужна. У нас есть чат. У нас есть кураторы, которые очень мягко вас направляют, которые дают точные рекомендации, что и как. Если нужна поддержка, не всегда ее окажут. Вот. Ну и, собственно, есть я, которая сейчас учится на психолога, поэтому всегда можете мне написать, если у вас какие-то сложности в плане творчества возникли. Я, в принципе, открыта всегда на контакт. Только если вы не ныть ко мне приходите, да, а за решением какой-то проблемы. Вот. Ну и, конечно, будем приглашать экспертов, приглашаем экспертов, которые делятся своим опытом, своим видением. Это очень важно, когда вы видите... Знаете, я очень много курсов создала одна, сама. И плюс в том, что будут эксперты, в том, что вы видите то же самое с другой стороны. То есть даже когда у меня уже была школа Мехензи, я купила базовый курс у Евгении Миржиевской, Фёклы Мехензи, она из Киева. Она преподавала вживую, но еще могла поставить онлайн-трансляцию. И я увидела немножко другой взгляд на какое-то объяснение, на какое-то построение, там даже симметрии, на что-то другое. И оно, как бы так сказать, расширило мое сознание. И я думаю, что как раз вот приглашение экспертов, это очень хорошо расширяет какие-то границы даже внутри Мехензи, не только. То есть каждый может поделиться своим каким-то уникальным опытом, и это очень круто. Так, идем дальше. Так, мы перешли на тарифы. У нас есть два тарифа. Два. Если вы у нас уже обучались и прошли большинство курсов, да, вам нужен только один или два курса, вы можете мне отдельно написать, для вас есть отдельное предложение, которое вам, возможно, подойдет. Вот, у нас есть первый тариф базовый, он подходит для новичков, он на 3 месяца доступ в клуб, то есть вы получаете курсы для новичков и доступ ко всем эфирам, которые у нас есть, к мастер-классам и так далее. Есть продвинутый, там доступ на год, то есть вы получаете вообще все, что только можно. Вот, и каждому получается, вы получаете моментальный доступ к курсу, то есть после оплаты вам сразу откроется платформа, сразу открываются уроки. Проверка работы от куратора, она индивидуальная. То есть каждый ваш ответ на платформе видит куратор. Если у вас все хорошо, нет никаких вопросов, и он не увидел, да, что нужны какие-то рекомендации, он просто может принять ответ или сказать, что ты молодец, давай так держать.
Если он видит, что нужны какие-то рекомендации, что-то нужно исправить, он дает конструктивную обратную связь, да, рекомендует там, здесь можно улучшить вот этот момент, здесь можно улучшить вот этот момент. У нас есть даже, вот я все пыталась несколько дней рассказать про наших кураторов, у нас есть даже кодекс куратора, как нужно общаться с учениками. И вот в ближайшее время я планирую с ними созвон, чтобы улучшить это все, докрутить. Вот, то есть каждый ваш ответ принимается, отвечается куратором, и, можно сказать, у вас индивидуальная работа. Есть закрытый чат клуба тоже, на каждом тарифе он есть. Сертификаты после прохождения курса, доступ к бонусным марафонам, мастер-классам и библиотеке знаний. Библиотека тоже — это отдельная история, там собраны всякие статьи. Еженедельные эфиры. И что тут у нас внизу написано, я не вижу. И бокс с материалами. Вот, то есть это то, что входит... Это то, что входит в каждый тариф. Это вообще, это столько всего. У нас столько, вот как стоит базовый тариф, мы раньше продавали курс базы, без материалов. А сейчас там входит вот это все, несколько курсов. Это еще 3 месяца доступа. Еще и материалы в подарок. Так, тариф базовый. Что туда входит? Туда входит 4 курса. Это основы Мехенди, базовые элементы, чакры и скетчинг. А основы Мехенди, базовые элементы — это один большой курс база, то есть по нему один сертификат. Чакры — это отдельный курс, по нему отдельный сертификат. Скетчинг — это все-таки больше марафон, там сертификата нет. То есть у вас будет 2 сертификата по вашим работам, еще доступ к мастер-классам и так далее. Доступ на 3 месяца. Оплата сразу 11 997. Если вы из Российской Федерации, то вы можете оформить рассрочку через банк Тинькофф. Она у нас доступна на сайте, то есть вы можете оформить сразу через сайт, оформить на удобное количество вам месяцев, и если разбить на месяцы, то у вас оплата в месяц получается около 4000 рублей. То есть вот это все еще плюс материалы. Рассрочка беспроцентная, то есть вы ничего не доплачиваете, вот такая цена она остается. Если вы за пределами РФ, то, к сожалению, такую рассрочку мы вам предоставить не можем, потому что она вот только для России, это условия банка. Мы вообще, в принципе, резиденты РФ, поэтому как-то в других странах это не предусмотрено для онлайн-школ. Вот. Либо, получается, платите всю сумму сразу, да, для других стран, только если какие-то, если вам нужна именно рассрочка, то уже оформляйте либо как-то сами через банки, либо через кредитную карту. Вот, если вдруг нужна будет, то есть у нас двери клуба сейчас открыты всего неделю, они закроются потом опять на месяц, можно вступить в клуб только 1 раз в месяц. Если, допустим, сейчас нет возможности оплатить, но будет там через неделю или через 2, то мы можем предоставить личную доверительную рассрочку. Вот. Это то, что касается тарифа базовый. У нас есть еще продвинутый тариф. Фух, так, мне надо отдышаться. Я что-то начала так... У нас есть тариф продвинутый. Я, наверное, просто очень хочу рисовать. У меня лежит рядом рука, конус хны. Я прям хочу чуть-чуть так покайфовать, порисовать. У меня что-то сегодня энергии дофига. Не знаю, откуда это так. Вчера жаловалась, что нет нифига энергии во время беременности, а сейчас у меня ее прям прибавилось. Вот. Продвинутый входит все курсы. И то, что входит в базовый, тоже все входит. То есть вы получаете просто доступ ко всему. Все, что у нас есть, вы получаете доступ ко всему. Арабский стиль, африканский, ботаника, Animals Pro, продвинутая монетизация, фирменный мерч по-любому получаете, даже если вы не входите в первые 30 человек, которые приобретают место в клубе. Вот, то есть цена 36 300. Это цена за год, да, получается, если вы сразу оплачиваете, да, мы сразу вам отправляем все боксы. Если через рассрочку, то цена в месяц около 3000 рублей. Вот. То есть здесь как бы результат однозначно гарантирован. Если в первом варианте, в базовом тарифе, вы получаете
базовые знания, сможете, в принципе, стать мастером Мехенди, да, сделать какие-то свои первые проекты, то здесь вы однозначно станете мастером Мехенди, расширите свой количество знаний в своих материалах, то есть можете и джагу гелем рисовать, какие-то реалистичные вещи рисовать, и там временные татуировки даже делать вот джагу гелем, да, более такие похожие на татуировки, и точно станете мастером Мехенди, который будет понимать, как ему зарабатывать. Ну, как бы, мы вам не можем гарантировать результат, если вы не будете ничего делать. Если вы будете выполнять задания, то, конечно, мы будем очень рады. Вот. В любом случае, те, кто выполняет все наши задания, у них однозначно есть результат. Вот, то есть это уже для тех, кто точно уверен, что хочет быть мастером Мехенди, кто хочет на этом зарабатывать, кто хочет прям конкретный результат, или даже если вы не хотите на этом зарабатывать, но вы хотите все и сразу, хотите все рисовать и просто в течение всего года кайфовать и кайфовать. Вот, это два тарифа. Какой тариф вам больше нравится, куда хотите? А теперь перейдем к реальной стоимости курсов. Основы 5000 рублей. Базовые элементы 10 тысяч рублей. Мини-курсы, которые вот арабские, африканские, чакры, animals по 8 тысяч рублей. Про и ботаника, самый масштабный, самый сложный курс, это по 12 тысяч рублей. Монетизация отдельно 5 тысяч рублей. Работа с куратором ежемесячно у нас 2 тысячи рублей. Результат есть, подтверждаю. Настя, ну-ка делись. Ну-ка делись быстро в комментарии. Вот, бокс с материалами, 3000 рублей, мерч, я вообще сейчас не считаю, он как бы, его здесь даже нету, потому что мы в процессе, мы его еще доделываем, вот, девочки его ждут, мне кажется, не дождутся. Закрытый мастер-класс, я даже не знаю, как их оценивать, вообще мастер-классы от экспертов от 5000 рублей каждый, сейчас они будут еще прибавляться, вот, и то есть полная сумма 114 тысяч рублей, и если покупать все эти курсы отдельно. Но мы сейчас закрыли продажу, их, в принципе, нельзя отдельно купить. То есть, понимаете, насколько цена снижена? Мы даже не прибавляли стоимость. То есть, это та стоимость, которая осталась, которая была последний вот раз перед открытием клуба. Так, ну и вот как раз рассрочка. Вы можете оформить ее через сайт, если вы хотите вступить в клуб. На 6, на 10 или на 12 месяцев, вне зависимости от того, какое предложение вы берете, она беспроцентная, можно ее закрыть заранее, но, к сожалению, доступна только для граждан РФ. Так, ну и хочу поделиться с вами результатами учениц, то есть тут у нас есть работы до-после всякие, я еще не приступила к курсам продвинутый тариф, только базовый, но рисую уже круто, не представляю, что будет дальше. Ты моя умничка. Да, то есть даже вот после курса база у нас уже какие-то нереальные результаты просто. Вот у нас тоже, то есть разница между работами месяц-два месяца. То есть у нас мы экспериментировали с курсами, у нас одно время ушел один месяц, другое время ушел два месяца, но программа все равно та же самая оставалась. Вот. У нас в закрепленных сторис есть тоже работа учениц. Ну, я вот, в принципе, сюда даже добавила их, просто сохранила. Я пока полистаю просто работу и помолчу чуть-чуть, ладно? То я что-то выдохлась. Не жалеем лайков, девочка. Вот. Ну вот, в принципе, и все. Кто успел, тот и съел, как говорится. Итак, двери клуба у нас открыты до конца этой недели.
Мы продлили специально, хотели открывать на 3 дня, но так как Новый год, мы продлили до конца недели, такой подарок, можно сказать. У вас подарок получается, и белая краска у каждого будет, будет мерч у каждого наш небольшой, и еще, возможно, кое-что маленькое такое небольшое, но очень приятное и красивое, будет приятно для каждого мастера мехеди, для тех, кто любит индийскую культуру. Вот, пока это секрет, секретный. Вот, а блокнот уже я, наверное, скоро поделюсь ими в сторис. Мне должны они прийти прямо на днях. Мы заказывали печать в Краснодаре. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы, давайте я сейчас посмотрю. Вы можете написать, я на них отвечу. Вопросы не обязательно по поводу курса, клуба. Вы можете любые вопросы задавать. Как я быстренько провела все за 36 минут. Я до эфира такая думаю, блин, как я это все умещу в эфире. Эфир же в Инстаграме только 1 час. Это мне не хватит 1 часа, там слишком много всего. Ой, я забыла, я же хотела вам... Мы будем смотреть на платформу, хотите? То есть я прямо сейчас переверну, зайду с планшета и прям пощелкаю уроки, чтобы вы увидели, как они выглядят. Будем? Будем или нет? Ну-ка, давайте, пишите мне комментарии быстро. Что у меня сегодня какие-то огненные энергии. Я сейчас, пока рассказывала, я салфетку просто измельчила в порошок. Так, да, будем. Ну, хорошо. Сейчас я тогда... Если не из РФ, как с доставкой? Не переживайте, мы все вам отправим в любом случае. Если это прям где-то очень-очень далеко, и доставка будет очень дорогая, то мы, наверное, попросим вас чуть-чуть доплатить. Если там будет доплата, то небольшая, наверное, в пределах 300 рублей. Вот. То есть мы отправляем вообще из Киева. То есть мы изначально заложили стоимость за доставку. Но если вдруг это выходит дороже, да, вот ничего вам говорить нельзя, никакие секреты, сразу все угадываете. Что про мою беременность сразу все угадали, что... Ладно, я молчу. Ну-ка, удали комментарий, чтобы никто не понял. Быстро. Так. Сейчас я зайду на платформу. Что у меня за... Я вчера жаловалась, что у меня нет энергии, а сегодня у меня... Попёрло меня. Так. Ну, вот. То есть вы, когда регистрируетесь, вы попадаете... на такую платформу, и вы можете заниматься с чатиума, или вы можете заходить с браузера, Google, Chrome, Яндекс, как вам удобно. Спасибо большое. Я очень надеюсь, что мы будем хорошими родителями. Спасибо, Светлячок. Так, ну что, все, не отвлекаюсь. Вот, у нас клуб «Секта Мехень», 351 урок сейчас. И периодически я вот добавляю, вот у нас на этой неделе вот добавился адвент-календарь. Давайте я вам сразу его покажу. МК и марафоны. Вот у нас здесь. Здесь у нас есть «Приключения в стране Мехенди», апрельский марафон «Подготовка к лету», большой марафон по мандалам, цветочный дзен, цветочный марафон. И вот новогодние мастер-классы от меня. Здесь у нас есть симметрия мандал. То есть здесь записи эфиров, которые у нас были. Вот, роспись белой краски, роспись свечи акрилом. Эти я любую просто достану. То есть здесь у нас записи эфиров, которые остались. О, такая красота у нас здесь была. Так, давай грузись, друг. Вот, процесс такой. Я звук выключила, чтобы не портилась трансляция.
что тут мы и стразики приклеиваем, и акрилом, и тут получилось две трансляции, потому что достаточно много времени, но вы, в принципе, можете на паузу ставить и смотреть. В этом и плюс онлайн-обучения, того, что вы всегда можете вернуться к видео, можете всегда пересмотреть, поэтому, в принципе, это не страшно. Вот у нас библиотека. Библиотека — это у нас сборище всяких статей. Есть очень классный раздел. Я очень надеюсь, что у меня дойдут руки его пополнить. «Конфузы лайфхаки мастеров». Допустим, не проявился джагу и гель на фотосессии. Это вот у Марии Гингас была такая ситуация. Я ее попросила, чтобы она рассказала. И она тут поделилась лайфхаком, как она исправила эту ситуацию. Это, конечно, никто не ожидал такого. Вот колпачки для конусов. Что делать, если рисунок потек и расплылся? Есть вот такая вот прекрасная статья. Вот. То есть может произойти всякое. И я поэтому сюда, вот когда что, какой-то трэш происходит, я такая, так, надо бы сюда здесь это все рассказать. Вот. Есть тренинг «Начало», который как раз поможет не запутаться во всех этих курсах, потому что их действительно много. Вот тут у нас есть знакомство плюс чек-лист. Знакомство. Ну, в принципе, вот заполнить анкету, подписаться на чат Телеграм, вступить в чат клуба и так далее. То есть, чтобы было все удобно. Анкету, которую вы заполняете, которая нам помогает вас найти, понять, какие у вас цели вообще в клубе, чтобы мы двигались в правильном направлении. Чат Телеграм у нас есть, вот как раз вы здесь вступаете. Инструкция по прохождению курсов, это больше по технической части, просто чтобы вы не заплутали. И вот путеводитель, то есть есть путь новичок, два пути новичков, если есть материалы уже, да, каким, что можно проходить, и если нет материалов, то есть даже если вам материалы еще идут, у вас есть все равно уроки, которые вы можете проходить. То есть там у нас есть теоретические уроки по материалам, по истории. Можете чакры проходить, там можно рисовать чем угодно. Поэтому даже если материалы вам будут долго идти из Киева куда-нибудь, там, не знаю, в Китай, вы все равно сможете что-то рисовать. Вот. Так. Вот такой вот путеводитель. Кураторы. Да, то есть вы здесь можете с ними познакомиться. Рекомендации, как эффективно обучаться. Важный момент, да, если вы в клубе, но вы туда не заходили, ай-яй-яй, ну-ка быстро зашли. Так, и вот у нас есть курсы для новичков, курсы для продвинутых. 104 и 127 уроков. Вот курсы для новичков, основы. Да, у нас, я так понимаю, здесь большинство новички. Вот у нас вводный урок, необходимые материалы, видео, расписан каждый элемент, материал, который нужен, зачем, для чего и какие виды есть. Чем еще можно рисовать, там акриловая паста, крем для рук, то есть чем еще можно заменить, разборы карандашей, то есть все очень-очень подробно. И дальше уже подробные уроки о том, что такое хна. У нас есть текстовой формат, есть видео, фотографии. Вот аллергия на хну, как она взаимодействует с кожей, подробный урок, да, как она вот проявляется, такая прекрасная картинка. И разные случаи, которыми я делюсь из своего опыта, в том числе, почему может проявиться, или у кого, почему-то у кого-то ярче, у кого-то не очень, почему хна рыжая, то есть я ее химию рассказываю, на ожогах, как она себя ведет, при загаре и так далее. То есть разные случаи, свойства хны мы рассматриваем. Потом материал для замеса, особенности своего замеса. То есть чем он отличается от какой-то заводской пасты. Заводская паста, тоже ее особенности, почему мы против нее. Цветная хна, что это такое? Черная хна. То есть как вам не попасть на каких-то мошенников или вот на такие вот прекрасные ожоги. Вот мужчина черной хной на отдыхе нарисовал себе усы и остался на всю жизнь вот с такими ожогами. Тоже разные случаи мы тут рассматриваем. Джагу гель, белая краска вот. Ну и краски акриловые тоже мы здесь рассматриваем, потому что мехенди сейчас популярны, можно рисовать не только на коже, многие начали рисовать картины и прочее. Кураторам отдельный респект, комментируют каждую изданную работу, подсказывают, как сделать лучше, хвалят. О, это прекрасно, я рада, спасибо. Я сейчас, наверное, даже скриншот сделаю.
Для меня это очень важно, потому что у нас есть кодекс, то есть я сейчас хочу прям еще усиленнее взяться за работу куратора, чтобы было прям вообще муа. Вот, и вы делаете работу до в каждом курсе для того, чтобы вы могли отслеживать свой результат до и после. Вот как я вам на эфире показывала, вы это все делаете. Вот здесь мы повторяем эффективное обучение. Вот здесь у нас истории, традиции по каждому стилю. То есть очень подробно достаточно все. Есть у нас еще полезные привычки, которые помогают улучшить себя, поддерживать свое позитивное состояние. Это в творчестве тоже важно. А то некоторые в творчестве такие: ой, у меня нет вдохновения, вот там что-то случилось, меня кто-то обидел, меня кто-то не так посмотрел, кому-то мое творчество не понравилось, мне там мало заплатили, и все, и начинается вот это вот. Вот, полезные привычки помогают настроиться на какой-то более позитивный лад, и мы эти привычки сами все практикуем, поэтому вот. И вот для новичков мы сначала разбираем эскиз карандашом, каждый элемент, то есть видео поделены на маленькие части, чтобы вам было удобно смотреть. Вот это классический дизайн, то есть 4 урока, да, подробно каждый момент рассматриваем и рисуем. И уже потом мы изучаем материалы, инструменты, конусы, несколько видов. Потом, как делать замес. Вот как делать замес, очень подробное видео. Зачем нужен каждый из материалов, чем можно заменить, там, да, зачем нужен сахар, какая нужна консистенция этого всего. И у нас есть вот такое вот крупное видео с консистенцией, чтобы вам было проще подобрать эту консистенцию, потому что рецепты — это, конечно, хорошо, но тут я как раз рассказываю, почему многие рецепты не подходят, и у вас не получается та самая консистенция, которая показана, да, например, в видео на Ютубе где-то вы нашли. Потому что у каждого порошка есть свои определенные свойства. Вот. Если вы научились ее мешать, то вам будет намного проще. И вот как раз проверка консистенции есть, как проверить, что у вас хорошая хна, что будет хороший цвет, что будет удобно рисовать. Мы это все проходим. И если вдруг у вас что-то не получается, а вот здесь вот вы выкладываете фотографию, куратор вам отвечает. Вот там молодец, тянется хорошо, цвет отличный, как тебе консистенция замеса, уточняет, да? Но не все почему-то отвечают на вопросы кураторов, это не очень хорошо, поэтому давайте повнимательней. Вот скидывают еще материалы, что и как, получилось не так. И вот, например, рекомендации. Попробуй порисовать, да, чтобы лучше понять. Вот. Там до этого была большая рекомендация. То есть поэтому замес, в принципе, хорошо получается. Так, давайте-ка на другой курс перейдем, а то я что-то вам сейчас все основы покажу. Давайте чакры покажу для новичков. Курс чакры, он, наверное, самый любимый из всех. Мы тут рисуем мандалы разных видов. Вот тут вот анахата. Несколько вариантов есть, и я тут показываю еще, как с акрилом рисовать. Здесь небольшие уроки. И очень большое текстовое сопровождение, как эта чакра на нас влияет. То есть тут больше такой духовный курс какой-то, больше про себя, чтобы вы попали в этот творческий поток. Вот. Ну, и для продвинутых уже такие более сложные вещи. Курс про. Давайте. Вот доминанты, например. Разбираем, что такое доминанта, в разные виды выделения. То есть много тоже мини-уроков по каким-то конкретным темам. И вы здесь тоже выкладываете свои какие-то дизайны, делайте работы. Так. Вот у нас здесь даже есть урок по фотографии, как правильно делать фотографии, то есть как свет подобрать. Это уже под продвинутый курс, понимаете? Это уже когда ты научился рисовать, тебе нужно грамотно себя подавать. Ракурс, качество фото, вдохновение, композиция, как это все строится и так далее, декор какой-то. Вот, то есть обработка фотографии, как
как это все происходит. Тоже залипла, хотя все знаю уже. Ну все, 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 ладно, больше не буду. Или у вас есть какое-то желание что-то конкретное посмотреть? Ну, кстати, если хотите, вот так и выглядит лента ответов. Мы все ответы ваши видим, даже я все вижу. Вот, так что никто от нас никуда не уйдет. Ой, 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 не туда, не туда, не туда. Так, ну давайте, у нас не так много времени осталось на эфире. Я хотела чуть-чуть порисовать, потому что сейчас у нас потом не получится записать эфир целиком. Вот у меня тут есть старый замес, такой относительно старый. Если, то есть как начать рисовать? Сначала вы изучаете материалы, если вы там уже нашли, разобрались, нашли эти материалы, но уже хотите рисовать, вы можете начать с ручки, просто попробовать, и потом постепенно у вас... Так, вот вопрос, я, кстати, увидела. Уроки одновременно открываются или сделал, проверили, открыли дальше? Уроки все уже открыты. То есть вам не нужно ждать ответа куратора, он в любом случае вам даст ответ, вы можете проходить остальные уроки. Вот. Вы можете рисовать, попробовать акрил, например, залить и на бумаге рисовать. Какие-то такие элементы. Когда вот консистенция хорошая, почему мы учим делать свой замес? Потому что можно делать вот такие вот ровные навесные линии. Ровные. Даже если у вас трясутся руки, ты не бойся, это глюки. Знаете, в детстве такая была присказка. Вот у нас получаются такие вот прекрасные ровные линии. Этот макет мне я купила у Hand of Fatima на конференции в Венгрии. Если хотите, можете, конечно, у нее заказать, но у нее прям такие они дорогие, но качество, конечно, на высшем уровне. Можно заказать у наших партнеров. Некоторые продают. То есть вот он сам процесс. Правильно поставленная рука, хороший удобный конус, хороший удобный замес. Это все важные моменты, которые нужны новичкам. Поэтому мы вот начинаем именно с этого. Учим рисовать простые элементы сначала, точки, линии, потом уже все остальное. Потому что если у вас неудобные материалы, неудобный конус, то вам рисовать не особо захочется, потому что вам постоянно будет то хна забиваться, то хна будет выплевываться из конуса, то конус будет неудобный, у вас рука будет уставать. Позже присоединилась. Сколько стоит такая подписка на все курсы сразу, как я поняла? Так, у нас есть два тарифа. Базовый тариф, сейчас я вспомню, 11 тысяч. Продвинутый тариф. Спартак. Сколько у нас продвинутый тариф стоит? Продвинутый? Да. Годовой? Да. 36 тысяч. Вот. Если вы в России, то можете оформить рассрочку в Тинькофф. Рассрочка будет выходить 3025 рублей в месяц. Скажи. Я забыла. Иди, иди сюда, помоги мне, я просто рисую. А, ты уже в процессе, да? Я уже в процессе, да, мне уже сложно переключиться. Если оформляете рассрочку, то помесячная оплата будет 3025 рублей. Спасибо. Так, спасибо. Так, у нас не закажешь, всем нужен векторный эскиз. Ну, в векторном эскизе ничего плохого нету. Тату-мастера тоже же сначала эскизы делают.
Можно распечатать бумажную руку и заламинировать полотно, тоже можно будет использовать. Да, тоже можно. У нас вот в библиотеке, кстати, есть шаблоны рук, которые тоже можно распечатать и рисовать на них. Кстати, у меня ни разу не просили эскиз. У меня, наоборот, чаще приходят такие: рисуй. А, рисуй, что хочешь. И я вот на них нападаю, говорю: ну что вам нравится, там цветы или геометрия, или что-то особенное. Конечно, сохраню эфир, я очень постараюсь. У нас еще есть вроде 4 минуты. На арочке, как отдельный вид искусства. Сейчас я вам еще покажу отдельный вид искусства, мини-пейсли. Очень они мне что-то в последнее время нравятся. Тоже, когда рука поставлена, удобный замес. Можно нажатием на конус контролировать степень давления, и будет плавный переход от толстой линии к тонкой линии. Здесь можно маленькую точечку поставить. Такая красота. Добрый вечер, я с работы только вышла, немного опоздала. Да, у нас уже окончание эфира. Если хотите, давайте я потом отдельно выйду в эфир, и мы чуть-чуть порисуем, продолжим этот рисунок и поболтаем просто на разные темы. Вот, а тот эфир я сохраню, потому что осталось 3 минуты, я так поняла. Можно мешать замесы с хны санам. По поводу хны, вот новичкам, всем внимание, всем новичкам. Хна, которая продается какой-то фирмы, навряд ли она подойдет для мехенди, потому что их не продают, вот эту хну для мехенди, для росписи тела, не продают в масс-маркете. Та хна, которая какой-то фирмы в магазине, на индийских ярмарках, скорее всего, она для волос. Вот. Если вы видите хну и для тела, и для волос, не берите. У нас на курсе есть подробный урок о том, чем эта хна отличается. То есть это абсолютно разная хна. Хна для бровей — это вообще не хна, это краска обычная, то есть хны для бровей не существует. Вот. Если с Казахстана, к сожалению, у нас нет партнеров там, у вас какой вариант? Вступить, например, к нам в клуб, и мы вам отправим бокс бесплатно. Или вы там зайдете в актуальный сторис материалы, там есть ссылки на продавцов, и можете через них заказать в Казахстан хну. В Казахстане, к сожалению, нет никаких продавцов, кто бы продавал хну. Вот. Вообще у нас есть ученики из Казахстана, возможно, кто-то там, то есть можно, наверное, как-то скооперироваться и заказать целиком оптом, чтобы не переплачивать за доставку. Как войти в клуб? Так, я уже эфир весь провела, уже все рассказала, сейчас заново я не смогу рассказать, к сожалению. Вы можете перейти по ссылке у нас в профиле в Инстаграме, посмотреть всю информацию. Я сейчас еще буду сохранять эфир, можете посмотреть этот эфир. У нас двери клуба открыты сейчас до конца недели, потом они закроются опять на месяц. Цена клуба зависит от тарифа. Есть два тарифа. Первый тариф около 11 тысяч, он, по-моему, стоит. Второй тариф 36 тысяч, это на год. Первый тариф для новичков на 3 месяца. Второй тариф для профессионалов. Ну, уже когда все открыто, то есть вы берете полный пакет, там 36 тысяч в год. Год доступ. Ушла в поток, короче. Я ушла, да.
Я запыхалась и ушла в поток. Если хочешь, иди поговори с ним, потому что мне надо дышаться чуть-чуть, успокоиться. У меня какое-то волнение. Не знаю, что-то я перевозбудилась. Что-то у меня много энергии. Наверное, очень давно не вела эфиры у нас в открытом Инстаграме. Видите, простой достаточно эскиз, линии, точки. Ну, огурчики, конечно, добавляют особой изысканности, но смотрится красиво. Даже вот такой браслетик, мне кажется, уже будет как интересная такая композиция. Ой-ой-ой. Так, давайте мы с вами сейчас добавим сюда интересный элемент. Вензель. Другую сторону вензель. Листик и капельки. Слушайте, а что, у нас можно больше часа эфир вести? Мне кажется, уже час прошел. Да? Девчонки, гуляем. Хотя давайте я сейчас вот эту часть завершу. И я все-таки сохраню эфир, чтобы потом у людей не был шок о том, как долго шел эфир. У нас там еще попугай бунтует, внимание просит. Да. Слышите, как она чирикает? Вот такой браслетик небольшой. Ладно, все, девчонки, я с вами прощаюсь. Сейчас я выложу запись. И если вдруг у кого-то остались вопросы, вы можете написать мне директ. Там я сижу, везде отвечаю. Поэтому, если что, welcome. Вот, я пошла попью водички, подышу свежим воздухом. Вот, что-то я разошлась сегодня. Все, всем пока-пока. Спасибо, что были онлайн. Желаю вам хорошего вечера.